5 поединков, 15 раундов и 45 минут захватывающего зрелища в режиме нон-стоп. Настоящая битва лучших спортсменов двух регионов – Южного и Северного. Все это Кубок губернатора Ненецкого округа по боксу, посвященный 70-й годовщине Великой Победы. Впервые в истории на ринге встретились сборные НАО и Республики Крым. За боями наблюдали сотни зрителей, а сами поединки обслуживали именитые судьи. Некоторые из них работали на Олимпийских играх в Пекине. Масштаб соревнований стал действительно внушительным. Уступать никто не хотел, все решилось в последнем бою. Репортаж Олега Хатанзейского. Они такие разные, но сходство все же есть. На ринге соседи, 83-й и 82-й субъекты по счету. В командах сильнейшие боксеры. Сборную Крыма представляют чемпионы международных турниров. Сборные НАО бойцы не менее именитые. Все решится в 5 поединках. Зрители интересуют, выстоят ли наши парни перед Южной горячей кровью. Сборная НАО не подкачала. Наши бойцы обещали драться до конца и слово сдержали. Они сражались с горящими сердцем и глазами. Первый бой, сразу победа. 1-0. Мы впереди. Вот на ринге появляется наш Никита Чупов. Первый в регионе мастер спорта. Его соперник – чемпион международного турнира «Амец», говорящий фамилией «Военный». Никита сходу пошел вперед. Казалось, что спортсмены из Крыма в замешательстве. Амет нашего боксера старался держать на расстоянии. Он действовал аккуратно и быстро. Пробить «Военного» было сложно, но Никите это удалось. 2-0. Болельщики ликуют. Мастер спорта Никита Чупов, Нарьян-Мар. Это поражение Амеда Военного ничуть не расстроило. Он продолжал утверждать, чтобы выигрывать, нужно обязательно уметь и проигрывать. А сам турнир его вдохновил на новые победы. Приняли дружелюбно, спасибо вам большое. То, что проиграл, я думаю, не страшно. Не, это не страшно, как бы я доволен боем своим. Как бы хотелось бы лучшего результата, но и меня этот устраивает, как бы вот так. А затем переломные поединки, ведь казалось, нас уже не догонят, но сборная Крыма это удалось. Следующие два боя мы проиграем, счет равный 2-2, однако мы не сломаемся, снова встаем, чтобы ответить противнику. Теперь судьба кубка решится в последней встрече. Все надежды на Анатолия Широкова, зрители в напряжении, бой начался. В прошлом году они уже доказали, мы можем и умеем побеждать, неважно кого, любого соперника, Ненецкий округ и Республика Крым. Они встречаются впервые в своей истории, два разных региона, но бокс такой похожий. Впрочем, золото всего одно, кому достанется, северным или южным парням, решающий поединок. Нарьян-Мар, Симферополь. Подуставший Анатолий начал пропускать удары противника, но он не сдавался и шел вперед к великой победе. Удар за ударом, прицельный хук слева, крымчанин отходит. И вот напряженный момент. Судья называет сильнейшего, а значит победителя турнира. Это единогласное решение судей. Мы снова чемпионы, мы снова победили. А самое главное достижение нашей команды, она оправдала прогнозы экспертов. Никакого нокаута ни в середине, ни в финальных поединках. У боксеров немного помятые, но такие же задорные лица. Аплодисменты победителям и восторженные отклики тех, кто знает цену таким противостояниям. Север – это всегда была мощная республика, тем более климат такой. Всегда были хорошие боксеры здесь. Но мы рады, нас хорошо встретили. И мы надеемся, что ответный визит будет в Республику Крым. Нам надо сближаться с Российской Федерацией, так как мы члены. Кубок губернатора Ненецкого округа по боксу снова на один год остается на родной земле. С кем будем биться в следующий раз, пока неизвестно. Но ясно одно. 10-й юбилейный турнир обещает стать настоящим праздником спорта. Олег Танзейский, Дмитрий Лукевич, Андрей Котов, телеканал «Север».